Москва ответит на действия США в Европе. Сегодня об этом заявили в Министерстве обороны России. По словам Сергея Шойгу, напряженность у западных границ нашей страны растет. Среди потенциальных угроз министр назвал усиление блока НАТО и развертывание американских систем противоракетной обороны. Военно-политическая обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной. Она характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО Соединенных Штатов Америки в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества Альянса с Финляндией и Швецией. Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер. В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава. До конца года в округ поступит свыше 1300 единиц новой и модернизированной техники. Шойгу также отметил, что Америка пытается ослабить позиции России и Китая на Востоке. По словам министра, наша страна ответит и на эти действия США и их союзников. В регионе сформируют смешанную авиационную дивизию и зенитно-ракетную бригаду.